Потерявшиеся в законах депутаты окружного парламента совместно с членами Общественной палаты окружного общества инвалидов детально изучили законопроект о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте и не нашли в нем одной важной строчки – о бесплатном проезде инвалидов. Обсуждение этого вопроса стало главным на заседании. Как выяснилось, в ходе полуторачасового трехстороннего общения про инвалидов никто не забыл. Моя коллега Ирина Цепетова о законах, регламентирующих социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Бурное обсуждение вызвал законопроект, согласно которому меняются условия проезда в общественном транспорте. Закон принят только в первом чтении. Следовательно, у граждан, представителей общественности, есть возможность внести свои предложения в документ. Сейчас законопроектом предлагается для школьников и студентов установить стоимость проезда в общественном транспорте, то есть в автобусе, в размере 50% от общей стоимости, для пенсионеров в размере 20%. К числу категорий, для которых льгота на бесплатный проезд сохраняется, разработчики законопроекта отнесли жителей блокадного Ленинграда, недееспособных членов семьи участников Великой Отечественной и других боевых действий, супругов умерших участников войны и ветеранов боевых действий, родителей погибших и умерших ветеранов боевых действий, узников концлагерей и супругов умерших участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак. При этом ни слова об инвалидах в перечне категорий не было. Это и стало основанием для рождения разговоров о том, что инвалидов лишь решили бесплатного проезда на общественном транспорте. Этот слух развеяли участники заседания. Исходя из этого, мы все-таки предлагаем дополнить этот проект отсылочной статьей следующего содержания. Она получается 5.20. Такой текст. Инвалиды на соответствии, инвалиды на, то есть имеют тоже право. Тут идет даже следующая категория граждан. Двоеточие, и 5.20. Инвалиды на, в соответствии с законом, на от такого числа о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе. То есть лица, которые будут уже руководствоваться принятым законом, они будут видеть и инвалиды на, но в соответствии с законом, который касается конкретно инвалидов. Проще говоря, разработчики законопроекта об изменениях условий предоставления социальной льготы на оплату проезда в автобусе не включили инвалидов в перечень категорий, для которых эта льгота сохраняется, потому что она гарантирована им другим окружным законом номер 63, который содержит все меры социальной поддержки для инвалидов. Отсюда и пошло недопонимание у этой категории граждан. Впрочем, разработчики этот пробел могут устранить ко второму чтению законопроекта. По результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении, собрания депутатов, по решению депутатов, разработчику было рекомендовано дополнить уже закон, в частности, категории детей инвалидов, поскольку речь шла в первую очередь о категории из пункта 4.1, это дети до 18 лет и дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях. Формально может иметь отсылочные нормы в 13-м ОЗЭ, но это не отменяет прямого действия гарантии, предусмотренной 63-м окружным законом, имеющий тот же самый юридический статус, который на данный момент гарантирует и сохраняет, не предусматривается у нас законопроектами изменения, как бесплатный проезд на общественном автомобильном транспорте для всех категорий инвалидов, в том числе для детей инвалидов, так и проезд на специализированном автомобиле. Вопросы по проезду в общественном транспорте возникли и у пенсионеров. О причинах сокращения социальной льготы этим категориям граждан рассказал первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Свиридов. Существует выдвоение этой льготы. То есть эта льгота была в качестве бесплатного проезда и в качестве единовременной денежной выплаты, которую также получают отдельные категории граждан. То есть туда также входит льготный проезд. То есть фактически он предоставлялся бесплатно, и плюс еще граждане за бесплатный проезд получали ежемесячно определенную сумму денег. То есть при расчетах, которые были проведены в размере 20%, как раз учитывалось вот это ЕДВ, что та ЕДВ, которую сегодня граждане получают ежемесячно, они практически ежемесячно могут оплачивать проезд в размере 6 рублей без проблем. 758 – это минимальный размер. По другим категориям он намного больше, около 1000 и за 1000 выходит. И эта выплата туда входит, в том числе, бесплатный проезд на общественном транспорте. И она сохраняется, эта выплата? Конечно, она остается. И если есть вопрос, то его можно рассматривать на предмет соотношения стоимости проезда и этой суммы, которую выплачивают. То есть, грубо говоря, пенсионеры получают эту выплату, и сейчас предлагается им условие купить вот из этой выплаты билет и совершить поездку по своему назначению. То есть существовала ситуация такая, что
получив бесплатный проезд в натуре, граждане еще получали и за бесплатный проезд деньги, которые, в принципе, не реализовывали на бесплатный проезд. Определенные вопросы сокращения льготы на проезд вызвало и у многодетных семей. Большинство из них переживало, что сейчас они действительно не смогут водить детей и на секции, и на бассейн, что это достаточно трудоемко. И если посчитать, то на одну семью на транспорт придется в месяц выделить 2160 рублей. У законодателей на этот счет есть свое мнение. Я понимаю, что кто-то из детей старших классов учится в профильном классе, допустим, едет с лесозавода в первую школу на физмат, но ведь это выбор семьи, понимаете, это выбор семьи. А за любой выбор сегодня мы должны нести ответственность. А так обязательно, скажем, в том же поселке Лесозавод есть средняя школа, где детям никуда не надо ехать. Они вышли и приступили к обучению. Я слышала в нашем обсуждении, что вот поехать в бассейн ребенку, но мы забыли при этом, что у нас все дополнительное образование в округе бесплатное. Бесплатные учебники, бесплатное питание, самые беспрецедентные услуги по оказанию семейной политики на территории округа. Об этом мы не говорим. Справедливо отметить, что изменения в части предоставления социальной льготы на проезд связаны с необходимостью поддержки АТП. Сегодня это предприятие терпит убытки в размере 10 миллионов рублей. Что касается обращений, да, действительно, были ряд обращений, хотя последнее обращение у нас 17 сентября, где кто также говорит, что автопредприятие города неоднократно обращалось в департамент строительства ЖКХ, департамент здравоохранения, тогда и депутат, управление благосостояния сил. Опять смотрели год отдельную категорию гражданам перейти на адресную помощь наиболее уязвимым категориям, но решения по данному вопросу принято не было. И также снова просят пересмотреть льготы для отдельных категорий граждан. Поэтому мы говорим, что да, сегодня мы пересматриваем эти льготы. Все предложения разработчики законопроекта приняли к сведению и учтут при принятии закона во втором чтении. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».